Друзья, еще совсем чуть-чуть, здесь под Каменцем-Подольском произойдет жесточайшая сеча. Украинские казаки, шляхта и литвины с территории нынешней Беларуси вступят в смертельную схватку с наемниками Речи Посполитой. Так, ну уже вон стоит имитация хат, если учесть тот факт, что в прошлом году их не было, значит, что-то будет взрываться. Вот. Пока тут все еще очень смешано. Представители наемников, как всегда, без женщин не могут. Зато защитники Каменца-Подольского, непорочные аки агнцы Божии, то есть ни одной женщины в строю. Вот, кстати, вот вы можете наблюдать хоругвь нашего берестейского войска. Вот, сейчас разверну я, чтобы было лучше видно. В данный момент нас отогнали куда-то в Корчи, который мы имитируем засаду. А вон там, вдалеке, за кустами, идет бой. Вот тут сейчас делает Сергей Гордеевич, это не просто развлечение. Он раздувает фитиль для своего мушкета, любезно предоставленного украинской стороной. Температура какая? 300 градусов должна быть. Да, не меньше.
Вы слышите звуки выстрелов. Еще чуть-чуть, и мы пойдем на помощь нашим казакам. А вот, друзья, я показываю вам замок, собственно говоря, около которого в 17 веке и происходили действия, которые мы сегодня пытаемся реконструировать. Ну, понеслась. Весь марш! Нам дома! Входим, пробивайте на бой. О! Как я и предполагал, горят хаты. Стоят наемники. Довольны и счастливы одержанной победой. Но это пока. Здесь, прямо здесь, проворот, широко ладой. Забери. Закричи, двое, закричи. Вини. Так, пошла противопожарная команда. Золотого не год. Так, сейчас жахнет пушка. Пять кроков, вперед, кроком, рук! Вообще на этой реконструкции стараются максимально соблюдать технику безопасности, потому что были, к сожалению, случаи несчастные. Ну что сказать. По сценарию меня неожиданно убили, поэтому я вынужден наблюдать за всем происходящим исключительно с одной точки. Точка, кстати, удобная. Вот сейчас казаки вступают в бой с пикинерами. Не знаю, насколько это исторично. Как можно с маленькой шашкой против такой длинной пики. Но, судя по историческому, опять-таки, результату, умудрились выиграть эту битву жители Каменца-Подольска, на чьей стороне мы сегодня выступаем. Thank you.